Здравствуйте, уважаемые слушатели и подписчики. Продолжаю свою обширнейшую серию народных рецептов для мужчин. Для мужского потенциала, мужской силы и все, что с этим связано. А также при различных дисфункциях. Ссылка на этот уникальнейший плейлист, где собраны уже более 30 рецептов, появится в конце видео. Обязательно сохраните на канале этот плейлист и работайте с различными рецептами. Ну а сегодня у нас уникальнейшее растение. Это любисток. Оно очень давно использовалось нашими предками. Итак, достаем, находим в интернет-магазинах сухой корень любистка. Необходимо корень перемолоть на кофемолке на грубую фракцию. Необходимо 3 столовые ложки с горой. Дальше необходимо купить качественное вино. Желательно это должен быть когор. Возможно, херес очень качественный, настоящий. Ну, например, испанский. Необходима бутылка вина. В принципе, осторожно уже перемеленный корень через леечку можно вбрасывать и в бутылку. Ну, можно использовать отдельно и банку. Засыпаем наши 3 столовые ложки перемеленного корня. И заливаем нашим вином. Закупориваем, ставим в холодильник или в другое прохладное место, где температура плюс 4 градуса. Ежедневно, желательно один раз, вот так встряхивать данную посуду. Через 3 недели наш напиток готов. Употреблять его желательно курсами по 25 дней. Перерывы между курсами 3 недели. Можно пройти вот так 3 курса. Если вам нравится данное видео, ставьте мне лайки, подписывайтесь, делитесь с друзьями этим видео и будьте здоровы!